Саша Черно загуляла, бросив сына на пожилую свекровь. Узнав о том, что Репсима Оганесовна спешит в гости, супруга Иосифа Оганесяна вдруг вспомнила, что ей нужно навестить бабушку, отправилась в Сергиев Посад, затем в деревню Мишутино, после чего опять автобусом в город и дальше по одной только ей известным делам. В это время Иосиф Оганесян, собравшийся в Санкт-Петербург, причитал, где моя жена, которая, по слухам, уже более суток не появлялась в сети и в своей съемной квартире. Поклонники реалити-шоу «Дом-2» пишут, что Саша Черно загуляла, бросив сына на пожилую свекровь. Накануне она неохотно говорила о будущей встрече с мамой Иосифа, так как хотела избежать семейных разборок, плакала и грозила Оганесяну разводом. Чуть позже обсудим наш Локи, куда пропала Черно в тот момент, когда у нее дома дорогие гости. Впрочем, родителей Оганесяна Черно никогда не уважала, а в последнее время усиленно намекает, что они встали на сторону сына, потому и уехали в Кущевку весной 2022 году, чтобы не провоцировать новые скандалы в семье детей. Что-то накрутили с пиаром бывшие участники «Дома-2», да так, что сами не могут разобраться, как теперь оправдываться перед подписчиками и какую историю придумать,